Вам помочь чем-нибудь? О, нет, мой жених просто помогает мне выбирать место для медового месяца. Точно, мы женимся. Поздравляю. И куда отправляетесь? Нью-Джерси. А? А у меня точно такие же очки. Ух ты, да вы просто близнецы. Если бы. Он просто идеал. Если что-то понадобится, с вами был Аарон. Спасибо. Заткнись и обними меня. Смейся над моими словами. Что? Быстро. Поцелуй меня. Что? От публичных выражений любви люди испытывают дискомфорт. Естественно. Испытал дискомфорт? Тут подошло бы другое слово. Это был твой первый поцелуй 45-го? Все плохо, да? Я этого не сказала. Подтекст совершенно очевиден. Нет, мне просто интересно, сколько у тебя было практики. Мне не нужна практика. Всем нужна практика. Это не был мой первый поцелуй 45-го. Занят чем-нибудь в субботу вечером? Ну, из моей старой компании остался я один, так что планов нет. Приближаемся к зоне высадки, капитан. Если позовешь куда-нибудь Кристин из статистики, она тебе точно не откажет. Поэтому и не зову. Стесняешься или страшно? Дел по горло. А как тебе медсестра, что живет напротив? Она, кажется, ничего. Зачесть машинное отделение, а потом ищи мне пару. Я мультизадачная. Послушай, а что с тобой из бухгалтерии? Лора, Лиза? Лилия. С пирсингом, да? Да, она симпатичная. Да. Я пока не готов. Позвони медсестре. Она не медсестра. А ты не агент ЧИТа. Как ее звали? Шэрон. Она хорошая.